имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. На войне у меня участвовал дедушка Алимов Мустафа Валимжанович, который родился в 1924 году в Державновском районе Татарской ССР. Он был призван в августе 1942 года на фронт в возрасте 18 лет. Он служил, значит, в войсках, был в звании гвардии сержант. При этом он получил несколько ранений в период войны. Он, значит, участвовал в битвах под Москвой, насколько мне известно. И, значит, он награжден орденом Отечественной войны второй степени за храбрость, проявленную в боях с немецкими захватчиками. Также у меня прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Это Дегтярев Никифор Иванович, который родился в 1906 году в село Осока Жадовского района Ульяновской области. Он был призван на фронт в июне 1941 года в числе первых. И без вести пропал в декабре 1941 года. В настоящее время так и неизвестно его местонахождение. Также у меня участвовал в Великой Отечественной войне прадедушка Новиков Григорий Васильевич, который родился в 1912 году в деревне Аристовка Жатовского района Ульяновской области. Он был также призван в июне 41-го на фронт и попал в плен и находился в лагере Ламсдорф в Германии, где погиб при попытке к бегству в августе 42-го года. Прабабушки рассказывали, как бы, о прадедах, о том, как они уходили на фронт, как они плакали, переживали, как получали известие о том, что они не вернутся домой. Воспитывали пять детей, дедушка, моих бабушек. Я безгранично благодарна своим прадедам и дедам за то, что они отдали жизнь за нас, за факт того, что мы сейчас существуем в свободной от фашиста стране, от фашизма стране, и я помню, я горжусь, и буду своим детям, внукам и правнукам рассказывать о их подвигах и о том, благодаря кому мы живем в стране под мирным небом. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, тех,